Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like Your Game и добро пожаловать на прохождение Cyberpunk. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Так, что это такое? Скоро наступит столкновение с реальностью, которая висит будущее этого мира. Всякий раз, когда деньги переходят из рук в руки, твое истинное я становится жертвой капитализма. Так, вышел я из ночного клуба. Вчера мы здесь в Амбию и остановились на миссии. Моя тачка? Это моя тачка. А куда нам добираться нужно? Добраться до... Давайте. Да. Что происходит? Что происходит? Почему они так реагируют? Ёшкинку царить! А, ну, кстати, это типа бага, что ли, да. Это еще, кстати, до сих пор, значит, не пофиксили. Вот они разбегаются в панике. Просто я тоже смотрел, что там говорили, да, что вот так NPC реагирует, в принципе, иногда бывает на автомобиле. Типа бегут, кричат, такие, а, господи, что происходит? Это можно, считай, отнести к недоработке или к багам, как бы. Это как бы не баг, это просто развили. Так, а как их обогнать мне, чтобы не врезаться? Так, в плотном строе мы еще. Все, дядь. Следующий, да, поворот. Так, и у нас пропуск в ущелигу сейчас. Ага. Так, я думаю, тут можно бросать, да, тачку? Да. Так. Пропуск в ущелигу, стоп, а это что это такое? Назначение, кстати, можно было ты почти. Virgen Santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Наконец-то, Холмс! Что нового у сеньоры Уэллс? Да ничего. Беспокоится за меня. С утра до ночи. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике, как большинство Уэллсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но завтра это закончится. Нас ждет посмертие. Хе-хе-хе, да. Ждет, потому что Декс подергал за ниточки. Это не значит, что мы теперь в высшей лиге. Как раз таки значит. Просто лига еще не в курсе. Готов пить шампанское? Пошли! Кстати, а что он тут не прошел? Зачем? Вышел из арки, потом пошел в нее петь. Здесь когда-то был морг. Прикинь? Да что ты. Офигеть, да? Ну, это 1000 лет назад было, когда людей еще хоронили по-человечески. Вы кто такие, детки? Я вас не звал. Мы друзья Декстера Дешона. Он ждет нас. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да? Ну, ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Мы и так собирались в Яхо. Вот оно. Сердце Найт-Сити. Бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Привет. Сьюзен Форест. Садитесь, во-во. Я сейчас подойду. Может, даже Морган Блэкхенд. Все, наша очередь. Я
Че еще? Смотреть тут можно. Видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. Вот это бабуля. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком похож. Под стол ходил. Это ее клуб. Привет. Что будете? А это, вот это бабуля. Нифига себе бабуля. Я бы эту бабулю бы... Ты заказывай. Две текилы Old-Fashioned с каплей сервеса и чили. То есть два Джонни и Сильверхенда. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. А мою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдатаев. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задание. Скупи, блин, эфир. Херасия, какая 60? Красивая традиция. 70? За то, чтобы мы разбогатели. И вошли в легенды. Кого еще тут можно выпить? Посмотри в меню. Тут одна позиция пустая. Для Моргана Блэкхенда? Ха, ну да. Морган до сих пор не может решить, умер он или нет. Ха, так никто ж не знает, что с ним. Столько лет прошло, думаешь, он жив? А что? Посмотри на бестию. Наемники того времени практически полубоги. Смерть – небольшая плата за то, чтобы стать легендой. Сначала поживи как легенда. А смерть – это так, просто финальный аккорд. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дешон вас откуда ждет. Откуда ты знаешь? Это часть моей работы. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Кстати, про Декса. Он часто заходит? На самом деле он уходил, так сказать, в отпуск. Мы его 2 года не видели. Старый кот гуляет сам по себе, да? Ну, не знаю, где он там гулял, но 2 кило точно скинул. Может, туда просто пиццу не доставляли? Откуда ты знаешь? Не думаешь, откуда появляет? Ни пуха, ни пера. Чёрт. Идемте. Идем. Ох и здорово ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Так, подождите. Между 2 Калифорний что? 2 Калифорнии есть? Ну, типа, у них в ихнее время. Это пинчет типа. Интересно. Так, подойди, а туда? Следующий, сейчас последующий. Опачки, смотрите, я могу бы пропустить химии. Незримые убийцы. Понятно, так, больше ничего тут нету интересного. Это пицца, что ли, нет? Ух ты, пропала, кстати. О, пойдемте. Тут он не бегает. Здание хоть не ускоряется. Так, куда они пошли, ага. Да, Эксельсиор. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. А, вот и мистер Ви. Качественные скорости.
жду, да, что именно здесь. Наконец-то вся семья в сборе! А почему я не... Первая куда встреча в реале. А что с болтом? Ну, ну-ка, давай заценим. Маленький, ну, такой. Ладно. Чувствуйте себя как дома. А, вот и есть. Не заметил. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Спасибо, что помогла с мусорщиками. Парой мясников меньше, уже хорошо. Ха, Мэрия нас еще благодарить должна. Хорошо, я бы сказал. Погулял по Кампеки Плаза, по местам, которые она засняла на брейн-данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора, Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Честно говоря, эта Паркер показалась мне странной. Что-то с ней не так. В один вечер она пьет шампанское с Юринобу, а в другой уже братается со всеми в Лизис. Одно с другим не сходится. Дым прикольный, да? Я тоже заметила. Мы все тут можем сложить 2 и 2. И если выходит 5, значит, что-то от нас ускользает. Вот для этого и нужен фиксер. Если кто-то захочет вас поиметь, на его пути окажется мой каменный зад. Что-то еще? Было кое-что еще. Паркер предложила мне сделку. Какую сделку? Она сказала, что мы можем обойтись без тебя и поделить кассу пополам. Что? Обойтись без посредника? Вот дает деваха. Я, кстати, не знаю, кому можно этот им изменить. С клиентами всегда одно и то же. Спасибо, что рассказал мне об этом. Доверие мистер Ви – дело такое. Без него не бывает долгого и плодотворного сотрудничества. Я думал, ты будешь беситься как черт. Я слишком долго живу в Найт-Сити, чтобы нервничать каждый раз, когда меня хотят кинуть. Паркер такая не первая и уж наверняка не последняя. Одной благодарности будет мало. Учитывая, сколько предложила Эвелин. Ви все как есть, говорит Декс. Можете не волноваться. Мы к этому еще вернемся. Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Еринобу и забираете биочип. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. Ну, а лучше вообще бы без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Как нам попасть в пентхаус? У Юринобы почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отелей круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди, как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает Болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть.
Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Хьюго Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия. У вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиме Таки. Еще вопросы? Это все надо запомнить. Мы едем Деламейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. Надо маль. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задает. Блин, я его коленка раздражаю. Там придумаем новый план. Но я уверен, что это не понадобится. Дергает ее постоянно. Еще вопросы? Все, поехали. Я узнал все, что коленк. Хотел. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? Давайте обсудим сейчас. Новички всегда получают у меня 30%, но я готов сделать исключение. За твою честность, Ви, я выделю вам целых 40%. 43. Деньги для меня не самое главное, но спасибо. Мило с твоей стороны. Интересно. А что, по-твоему, самое главное? Я хочу того же, чего и все. Чтобы меня запомнили. Чтобы люди даже 50 лет спустя приходили в бары и обсуждали мои подвиги. Хочешь заслужить репутацию, значит? Прекрасно тебя понимаю. И последнее. В Кампеке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достал вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на стороже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Ты давно знакома с Дексом? А что? Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. И ты тоже философ. Неудивительно, что Декс тебя любит. Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Крите и послать киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне открытку? Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну так что, ты готов ехать? Поехали. Чего ждать-то? Как чего? Богатство. Так, прошло две недели, да? Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Он, кстати, даже худее стал. Очень на это надеюсь, Чумба. Даже худее стал в этом костюме, если честно. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, да. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров.
Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. Excelsior. Это пакет услуг, разработанный для наших премиум-клиентов. А, мы премиум-богатые. Лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. А что еще включает Excelsior? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, че ты каркаешь-то раньше времени? Боевой режим вообще разрешен? Разумеется, во второй поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной, в том числе, как оружием. Фига себе. Декс прямо расщедрился. Еще и целых 40% нам отвалил благодаря тебе. Обращайтесь. Может, он думает, что мы не выживем, поэтому он так 40%. Excelsior. А больше вот предлагать, как бы, чувствую, подозрительно было, да? Вот теперь я чувствую, что въезжаю высшую лигу. Не радуйся раньше времени. Мы в нее пока еще не въехали. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Приближаемся к Джек, пункту назначения. Мы вообще-то идем грабить Арасаку, а ты ведешь себя как перед вечеринкой. Че, серьезно? Так ты обо мне думаешь? Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ёбаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через компеки. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает? Сэрами Хоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Хьюго, вперед? Ну, удачи нам. Пожелай мне удачи. Пожелай. Погоди, мне я возьму болта. Удачи. Бак, мы приехали. Еще раз, бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки. Добро пожаловать в Кампеки Пласт. Оборонный отдел. Не волнуйся, я помню. Так, барон, да, мне Хаджиме Таки. Встреча у нас. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Брат. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза?
Мы торгуем оружием. Простите? Вы к Таки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Я могу проходить? Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Или мне зайти как-то надо? Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Прошу. Йокосо, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у меня такие из-за того, что... Так, плазма. 420 роскошных номеров. 20... Что это? Конференц-зал. А, ну, типа, где конференции происходят. 14 приказооборудованных бассейна. Также бары, рестораны. Угу. Морская красота, благодать. Какой-то... Да, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Хьюго. Все в порядке. Барон же. Желаю вам приятного пребывания. Кстати, в нашем отеле. Кстати, у него входы, смотрите. Спасибо. Оп, идем оп, быстрее. Видите? Прикольно. Даже такую мелочь, кстати, сделали. Типа, смотрите, вот видите под этим Какая монитором. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Хьюго? Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Ну-ка. Неплохой у них тут бар. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда мести. Когда... Ага, световой дозор. Выследите хакеров, борьба с демонами. Замечательно. Господи, световой дозор. Мы завершим сделку. Приведешь. Пошли, найдем наш номер. Так, слушай, а зайти могу, интересно? Взять. Ну что он тут просто лежит? Что, криво лежит? Мы забираем, да, ребят? А когда я говорю, что полетят головы, это ни хрена не фигура. Опа, опа, есть что-то, смотрите. Слушайте, может, вам уже хватит? Вы мешаете другим... Вот стихи какие-то. Гостям. Отлично! Их это тоже касается. Это по всем ударит. Я иду лучше к себе. Почти это тут. Привет. Привет. Что тебе налить, малыш? Ты всегда такой простой. Конечно. Впитал это с молоком матери. 50% протеина, а остальное чистое высокооктановое топливо. Что? У нее в волосах были пыль и ветер, так сказать. Она была из Альдекальдо, а потом стали падать бомбы. Он тоже на прощание она сказала: «Будь собой, Дэвид, куда бы ты ни поехал». Пока что я сел здесь,
но про ее слова не забыл. Охуительный. Охуительная история. Жалко, что неправда. Все мы иногда говорим неправду. Ты тоже, малыш. Что-нибудь принести? Может быть, воды? Ничего, спасибо. Приходите еще. Прикиньте, понял, что я это кочевник. А где чувак? Он уже поехал? Он уехал без меня, прикиньте. Так, а тут кнопки нет, сразу 42-й не знает, куда и да, и еду. Тусклый. О, господи, нифига себе, тут стекло. А что, могли бы сюда что-нибудь рекламу запихнуть? Что они? Здорово. Я уж заждался. Да-да-да, прости. А ты сама как думаешь? Я думаю, что не врал. Что у них тут можно подшаманить? Плаза. Так. Ну, это опять про отель, кстати, мы уже читали. Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее такой, выбирала. Кстати. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, мекуэрдо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О, нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Не понял. Сканер на тап у нас. Дверь. Что, телевизор? А, вон он. Ты же собирался найти шахту. Да-да-да, вот она. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов. Кстати, он невидимый, фига себе. Система исправна, заряд стоп. Мерда, застрял гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, давай, чтобы вести бота. Давай, чип. На. Поехали. Лишних разговоров. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. У-ху-ху. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть людей из домов, из офисов. Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Так, веди его в другой шахте, как? Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон. Я понял. Мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Пучок. Они даже не слышат, что он, да, тык-тык-тык-тык, ножками перебирает. Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. Угу. Так. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано для Бак, милой уборщицы. Есть проблема. А внутри еще. Что еще? У меня тут уборщица стоит. Кровище было до хрена. Надо ее отвлечь. Давай посмотрим, что там в сети. Попадалось. Сейчас гляну. Нет справедливости в этом мире. Что скажешь насчет телека? Скажу, ищи дальше. Думаешь, он свободен? Кто? Ну, в террариуме красивый, есть контроллер температуры и воздуха. Да, то, что надо. Высылай туда болта.
Юринобу Арасака? Такие, как он, всегда свободны. Костюм-то у него крутой, но в душе он путешественник. В смысле, по бабам ходить любит. Я бы согласилась с ним спать, даже если бы он об меня ноги вытирал. Ты лучше стекло нормально вытри, подруга. У тебя везде разводы. И подруга. Так, чё он там? Кэт? Там что-то с террариумом. Бак, сработало. Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь. А, это нифига, вот это огромный этот аквариум, нифига себе. Это террариум даже, да? Тут там пауки, змеи. Так, давай. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай Болт откроет замок. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Так, что так, если... Болт в системе. 1-3, да? Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Отправлю болта, чтобы он его вырубил. Хорошая мысль. Сейчас я тебе отправлю демона. Только не забудь, что болта надо подключать напрямую к креслу. Я вообще-то не первый год работаю. Да что ты. Все послала, твой выход. Только сначала нужно запустить туда болта. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Кажется, я нашел проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Так, где-то он. Ви, подключай болта к креслу. Где он? Где-то лазит, чувак. А, вон он, нифига себе. О, попался. Демоны, это круто. Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Кажу в основную сеть Кампеки. Можешь выйти из системы. Так, что, X нажать надо? Я, он сам выйдет. Ну ты как? Что мне с глазами? Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А ну быстрее что? Никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Так, сись, диван, пропуск. Что такое? А, несколько часов. Как думаешь, почему он отказался? А, кто от чего отказался? Юринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа... Да ну нахер! И все это бросаешь. Чтобы собрать банду,
Стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью, одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Может, он хотел бросить вызов системе? Так зачем он в нее вернулся? Ты не можешь убежать от системы, если система — это твоя семья. Белая ворона все равно ворона. Ну, вроде того. Неудивительно, что этот бунтарь вернулся обратно, прижав уши и с поджатым хвостом. Ха, турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто! Шоу начинается. Кстати, Бак, писи какие долгие. Че, все время была на связи? 3,5 часа. Слушай, насчет твоих бонов. Чьих твоих бонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужи мое прощение. Ну, пока все идет гладко, да? Да? Чувак, да ты просто оптимист. Да? А тебе что ни скажи, ты во всем видишь только негатив. Говорю тебе, самое трудное позади. Ну. И вот я чего говорю. А чего вы все притихли-то? Это одна миссия только. Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Ха-ха, смешно, да? Боже, правый. Хром-хром, типа, я понял. Ну... О, да. Может, конечно, не про наш хром быть наследником говорит. Самого императора. Уж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Кстати, постоянно вот эта дата действия, этот, фиксирует 2023 год. У них, кстати, да, постоянно прям ты, 23-м случилось, 23-м случилось. Ребята, внимание, сейф. Только быстро. Эй, а что за спешка? Йоринобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Он... в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работать. Он там, под полом. Ищите переключатель. Тихо-тихо, сейчас, Сэм. Все прочитаю на всякий случай. Это мы забираем. Что еще можно забрать? Юринобу оставил нам прощальный подарок. Не фонтан, конечно, но сойдет. Ты смотри-ка, выдвигается. Иди сюда, Вит. Иду. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. А как долго, нифига себе. К нам кто-то летит. Бак! Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. Не знаю, что мы тут, да, наверное. Ты долго еще идти? Черт, Йоринобу идет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть. Круто. Что там? Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Стоп, нельзя. Йоринобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Да. Большая колонна, туда! Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Быстрей, залазь. Мы успели. Проблему это не решило, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Теперь жить будем тут. Дайте мне подумать. Импосибли. Это что, Адам Смешер? Охранник. Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь?
идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не так может его быть. Отец. Отец, дай его. Сабура Арасака? Его отец. Император? Охереть, прикиньте. Еще одна ебучая легенда. Тише. Давайте всех ли тут есть звукоизоляция? Давайте всех переубьем. Куби вот скомане декорит ты тадаро. Мерда, тихо. А зачем ты уже? Арасака-сама. Мада бодячеку га оватеймасен. Ватаси но муску да. Рей но моно кайшу шимашо ка. Ватаси га яру. Итте куре. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Так ты сам помолчи, ты же говоришь. Давай теперь мочим и одного, просто и второго. Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Тихо ты. Ватаси га кизуканай то демо умотта но ка. そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろ。あんたの問題点はそこだ。セガは自分中心に回ってると思ってる。ゴマだよ。よりのぶ。どうしてここへ直々に俺に屈辱を味わわせ立場思い知らせるためか。出る杭は打たれるとよく言うだろ。自分の言葉じゃ何も言えないのか。 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。何かの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。 Надо было его помочь спасти. Блядь. Ну все, нам пизда. Теперь он, получается, новый император. Хотя он убил собственного отца. Я даже не знаю. Как это будет? Хочу полностью заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Нано саваги дес. Дарека га ачни докомотта. Доку? Зоуда. Юринобу-сан, шикаши. Такемура, омай но ошигото ва нанда? Нано ханаши дес. Танчунна шицумон да. Катаэро.
アラサケ家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責任の果たすよう望んでいるぞ。お許しください、アラサケ様。決して失望はさせません。 И оставили его. Что там у вас вообще творится? Юринобу, блядь, придушил Сабура. Что? Вот, блядь, собственного папаша. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Где Юринобу? Я не знаю, я потеряла камеры. Они блокируют все системы. Да, Сабура, мать его, Арасаку убили. Я давно так не охуевал. Открываю. Там есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Бак! Диус Санто Бендито! Ты больше нет! Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? А как мы этот? Типа, можем пройти тут? А, о. Бля, как высоко-то! Бля, это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато! Надеюсь, нас они не видели. Вот черт! А, еще бы немного! Его пробили! Мадрес! Это херово! Джеки, ты ранен! Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация! Целостность чипа 94%! Он разрушается. Караху! Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проеб? Звони давай! Ви, камбэки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс поврежден. Целостность чипа... Джеки! 86! 86% и падает! Черт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Ви, слышишь? Мне кажется, это опасно. Чем дольше ждешь, тем больше риск все просрать. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Дэл, мы будем через пару минут. Приготовься. Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. Ребят, на этом с вами остановимся тут, на этом моменте. А завтра продолжим, если будем выбираться. Класс. Я еще застрял. Теперь тут. Уходим отсюда. Давайте, ритуальчику дайте лайк, подписывайтесь, комментируйте, смейте видосик, не болейте, не чекайте. Всем хорошего настроения и увидимся с вами уже завтра. Всем пока.